тянет красной футболкой и белых трусах. Ну и одна из важнейших дуэлей, одно из событий, это противостояние бомбардирам. Харри Кейн, 6 мячей, лучший бомбардир чемпионата мира. Ромелу Лукаку забил пока 4. В принципе, сегодня может побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата. Да, сегодня или никогда. Золотое поколение бельгийцев против талантливых и молодых англичан во главе с Харри Кейном, тоже молодым и бесспорно талантливым. Матч Англии против Бельгии интересен со всех сторон. Это команда, которую отметили здесь и результативной, и яркой игрой. Англичане, короли стандартов, забивают огромное количество мячей со штрафных, угловых, пенальти. Бельгийцы показали потрясающую игру во многих оказиях. И вот сейчас на поле стадиона в Санкт-Петербурге появляются участники матча за третье место сборной Бельгии и Англии. Эден Азар и Харри Кейн, капитаны команд. И сейчас государственные гимны стран-участников.